Нет денег? Получите отсрочку. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Расскажем подробности. Сели за общий стол в столице региона. Всю неделю будут обсуждать актуальные вопросы развития местного образования. Стартовало окружное совещание с участием руководителей школ и СУЗов. Какие договоренности уже достигнуты? Террористы, заложники, стрельба. Подведены итоги совместных учений территориальных подразделений ФСБ, МВД России, МЧС и Росгвардии. На этот раз, по легенде, боевики захватили здание расчетно-кассового центра. Покажем кадры. Творческая жизнь Ненецкого округа. В Нринмаре отметили День работника культуры. На праздничном концерте наградили самых талантливых представителей профессии. И 50 км в час – это еще не предел. Большой репортаж о главном празднике Ненецкого округа – Семинхат Мирита, захватывающие гонки на оленьих упряжках и соревнования по национальным видам спорта. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги первого рабочего дня в студии. Олег Атанзейский. Новости начинаются. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Документ разработан во исполнении поручения президента. Нововведение убирает коллизию в законодательстве, при которой оказавшиеся в сложном положении должники лишаются и жилья, и уже уплаченных по ипотеке денег. Подробнее о том, что предусматривается законопроектом, в программе «Актуальное интервью» нашему каналу рассказал депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. И бывает ситуация, когда человеку трудно выплачивать ипотечный кредит, который они взяли. Поэтому принято решение сделать ипотечные каникулы, когда человек может до полугода вот эту ипотеку не возмещать. Почему полгода? Потому что ученые посчитали, статистика говорит, что человеку нужно 2-3 месяца устроиться на работу. Где-то вот так вот. Поэтому полгода у него будет возможность решить свои проблемы и ипотеку не выплачивать. Вот это решение, на мой взгляд, оно тоже очень важное. Причем мы приняли только в первом чтении, там на самом деле очень много вопросов по нему. Вот. Но это нужно делать. Предложением смогут воспользоваться граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность первой или второй группы, потерявшие кормильца. Также отсрочку или снижение выплат можно будет получить в случае временной нетрудоспособности в течение 2 месяца и в случае снижения семейного дохода супругов на более чем 30%. Кроме этого, депутатами обсуждается стоимость квартиры, на которую будут распространяться ипотечные каникулы. Есть нюансы, есть моменты. Кто-то покупает жилье на последние деньги, а кто-то покупает шикарные квартиры. И стоит ли таким людям давать вот эти ипотечные каникулы? Угу. Поэтому мы сейчас пока вот не определились, на каком уровне будем делать эту отсечку, но я думаю, что где-то 3 миллиона. Если покупают квартиру, там 3 миллиона, на этом уровне будет отсечка. Если ты покупаешь квартиру за 30 миллионов рублей, то таких налоговых каникул не получишь. Поэтому это уже роскошное жилье. Это не последние деньги у человека. Угу. А мы-то как раз направлены на тех людей, кому они необходимы. Еще одна важная поправка, которую депутаты решили внести в законопроект, говорит о том, что данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу. Александр Цибульский встретился со студентами из Ненецкого округа в Санкт-Петербурге. Об этом глава региона сообщил в ходе встречи с председателем землячества Нятова Константином Хатанзейским. Встреча прошла в Нринмаре. В ходе нее председатель землячества рассказал главе региона о работе, которую проводит общественное объединение с гражданами, из регулярных мероприятий возложения венков к монументу Родины-Матери и мемориальной плите Ненецкого округа. Это происходит 2 раза в год, 9 мая и в день снятия блокады. Кроме того, ведутся уход за могилой летчика Тарасова. Сейчас мы собрались издавать книгу. Книга называется следующим образом: «Ненецкий автономный округ. Воспоминания о Родине». Значит, дело в том, что люди, которые здесь жили и где-то во второй половине 20 века поднимали округ, они практически сейчас находятся в таком, уходят от поколения. Вот, и решили сделать книгу воспоминаний. Там уникальные фотографии тех людей, которые работали, поднимали округ, работали в Нринмаре. Единственное, что у нас такое нет практически ничего про буровые, про нефтеразведку, об этом. Но в основном учителя, деятели культуры и так далее. И сейчас эту администрации округа
Надеемся на положительную оценку. Кроме того, землячество начало прорабатывать вопрос увековечивания памяти первого ненецкого ученого-лингвиста Антона Павловича Пырьярка. Он погиб во время Великой Отечественной близ Петергофа. Губернатор поддержал идею, отметив, что при ее реализации землячество может рассчитывать на поддержку со стороны окружных властей. В ходе встречи речь шла также о патриотическом воспитании молодежи, о том, в том числе о студентах из Ненецкого округа, которые проходят обучение в заведении Санкт-Петербурга. Александр Цибульский выразил намерение встретиться с членами землячества Нятва и со студентами. Она будет организована в апреле, когда в Петербурге будет проходить международный арктический форум. В Нарьян-Маре сегодня началось окружное совещание руководителей образовательных организаций. В течение 5 дней представители профильного департамента и руководители всех образовательных учреждений региона обсудят актуальные вопросы развития образования на современном этапе и определят задачи на 2019 год. Работа совещания организована по ключевым направлениям деятельности общеобразовательных и дошкольных учреждений. Каждый март мы собираем это совещание, рассматриваем помимо вопросов это и участие надзорных органов, которые рассказывают о деятельности учреждений в рамках своих проверок. Это, безусловно, рабочие встречи, которые проводим с каждым руководителем сельской образовательной организации. Есть возможность у них пообщаться с руководством департамента, обсудить рабочие моменты и, безусловно, посмотреть вопрос по подготовке к новому учебному году, по организации летнего отдыха, летний период. И поэтому эти вопросы, безусловно, будут рассмотрены в обязательном порядке. Одной из приоритетных тем окружного совещания в этом году стала реализация национального проекта образования на территории Ненецкого округа. Так, в регионе к 2024 году планируется реализовать 10 региональных проектов, направленных на развитие цифровой образовательной среды, поддержку молодых профессионалов и семей с детьми, создание условий для раскрытия потенциала каждого школьника. Кроме того, департаментом запланировано строительство сразу 5 школ, создание технопарка «Кванториум» и обновление материально-технической базы образовательных учреждений на территории всего Ненецкого округа. В Нарьян-Маре при координирующей роли оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе были проведены учения. В них задействовали силы и средства территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Согласно легенде, группа вооруженных преступников захватила здание расчетно-кассового центра Нарьян-Мара. Находящиеся там сотрудники и посетители взяты в заложники. По прибытию полицейских условные террористы оказали им сопротивление с применением оружия. В экстренном порядке собран оперативный штаб, предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта. Группировка сил и средств оперативного штаба приведена в полную боеготовность. Принятыми мерами злоумышленники блокированы. В ходе ведения переговоров последние назвались представителями одной из международных террористических организаций, а также выдвинули неприемлемые требования политического и экономического характера под угрозой расстрела заложников. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом на практике отработаны учебные вопросы организации проведения контртеррористической операции, в том числе по нейтрализации террористов и освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления. По результатам проведенных учений можно сказать, что силы и средства готовы к выполнению поставленных задач. Задача, которая отрабатывалась в рамках указанных учений, полностью решена. На лыжероллерной трассе детско-юношеского центра «Лидер» состоялся пожарно-спасательный флешмоб. В мероприятии приняли участие более 50 человек, среди которых сотрудники Главного управления МЧС России по Ненецкому округу, первой пожарно-спасательной части центра ГИМС и спасатели Ненецкого АКАС с членами семьи, а также студенты профессиональных образовательных учреждений Нарьян-Мара. В программе мероприятия массовый лыжный забег на дистанцию 3 километра среди взрослых и студентов, а для детей эстафета и викторины с использованием пожарно-спасательного инвентаря. В данное мероприятие включены это лыжные забеги для разных категорий, соответственно, для взрослых, для детей, эстафеты, по определению которых будут, соответственно, установлены победители, призы, чай, вкусные, скажем так, сладости. Вот, то есть все по большому счету для того, чтобы привлечь на данное мероприятие все большее количество молодежи. По завершению мероприятия участникам флешмоба торжественно вручили дипломы, памятные знаки и сладкие подарки.
В Заполярной столице отметили День работника культуры. Праздничный концерт состоялся во Дворце культуры «Арктика». На торжественной церемонии наградили почетных работников и подвели итоги профильного конкурса окружного департамента образования, культуры и спорта. Все подробности далее. День работника культуры для Ненецкого округа – это не просто праздник. Ведь по статистике наш регион занимает первое место в России по количеству культработников на 1000 населения. Певцы и танцоры, театралы и музыканты не перестают радовать жителей и гостей региона и в студеный мороз, и в знойную жару. На любых мероприятиях мы видим их творчество. Я благодарю вас за то, что вы сохраняете культуру и традиции всех, без исключения, живых народов, проживающих на территории нашего округа. И также передаете эти традиции нашему подрастающему поколению. Я благодарю вас за то, что любое время, дня и ночи, бывает глубоко за полночь, вы репетируете свои номера, чтобы подготовить для нас лучший танец, лучшую песню, а затем с улыбкой выйти на эту сцену и дарить нам праздник. Молодой праздник День работника культуры в России отмечается сравнительно недавно, всего 11 лет, хотя уже приобрел популярность. Те, кто причастен к празднику – заслуженные деятели культуры, артисты, художественные руководители, режиссеры и многие другие творческие личности собрались в концертном зале Дворца «Арктика». Именно благодаря вам наша жизнь становится лучше, мы живем интересней и получаем удовольствие от происходящего вокруг. За это вам огромное спасибо. Ваш труд не может быть незамечен. То огромное количество талантливой молодежи, которая воспиталась, выросла на нашей земле и сегодня с успехом и блистательно представляет наш округ на различных конкурсах, окружных, российских, международных, это, несомненно, заслуга каждого из вас. Что наши гости очень серьезно и высоко оценивают вашу работу. А значит, уровень и представляемость нашего органа, в том числе округа, в том числе благодаря вашему труду, она высокая и значимая. Это очень и очень важно для всех нас. Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и будем работать вместе. Так держать. С праздником вас! На торжественной церемонии наградили почетных работников. Ими стали Зоя Чупрова, создатель и хормейстер народного фольклорного ансамбля «Родные напевы», Надежда Красильникова, руководитель народного хора «Ивановы дочки», Татьяна Орлова, заместитель председателя окружного совета ветеранов войны и труда. Также были названы победители конкурса за особые достижения в сфере культуры. Венцом торжественной программы стало исполнение мировых хитов концертным ансамблем Дворца культуры «Арктика». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Высокие скорости, зрелищный дрифт и крутые повороты. В Нарьян-Маре состоялись традиционные гонки на оленях-упряжках. Соревнования стали частью большого зимнего праздника Ненецкого округа Семинхат-Мирита или «Самый быстрый». Чтобы выяснить, чьи олени лучше, в столицу региона съехались кочевники из многих сельхозкооперативов. На старт вышли как женщины, так и мужчины, всего порядка 30 каюров. Ну а кто победил, узнаете из следующего сюжета. Для оленеводов Заполярье эти мартовские дни важнейшие в году, ведь Семинхат-Мирита теперь называют главным праздником тружеников тундры. Отмечают по-особому, не в кругу семьи, как в День оленя, а объединившись с кочевниками из разных общин, чтобы на других посмотреть и себя показать. Гонки на упряжках – это не просто развлечение, а дань традициям ненецкого народа. Чтобы оказаться здесь, на Нарьян-Маре, олени и кочевники преодолели не одну сотню километров, ехали несколько дней, ночевали прямо в тундре. По сути, это уже испытание, впрочем, главное еще впереди – заезды. Снегоходы хорошо, а олени лучше, считают участники заездов. Рогатые животные для кочевников – это все. Средства передвижения, еда и, конечно, одежда. Чтобы выйти на трассу, олени тщательно подготавливают. Здесь главное не ошибиться с выбором ездового самца, то есть центрового. Если он выносливый и быстрый, победа почти обеспечена. Секрет в нартах есть какой-нибудь? Или, в принципе, они стандартные? Ну, они так-то стандартные, по идее, идут, а так легкие должны быть. Вот знаете, на снегоходах там мотор, допустим, подделывают, а может быть, не знаю, лыжню там что-то протирают. Тут полиэтилен приколачивают, вот, чтобы они катились поскольже бы. И в основном-то больше такого ничего нет. Протяженность трассы чуть больше километра. Путь извилистый, но даже на ровном участке пугливые животные зачастую напрочь отказываются слушать своих хозяев. В итоге для некоторых участников гонка заканчивается, по сути, еще даже не начавшись.
Иван Литков в гонках на упряжках участвует впервые. В своем отборочном заезде кочевник стал первым. Говорит, в Нринмар приехал исключительно за победой. На вопрос, как управлять оленями, чтобы они бежали ровно, отвечает просто. Крепкую руку иметь, чтобы ему это, держать его в руке. Если слабо будешь держать, то он начнет прыгать лево-право. Готовились как-то к гонкам? Нет, так. Упряжка в стадии была, мы ее поймали только перед гонками. Впрочем, в финальном заезде амбициозному оленеводу не повезло. Он не попал даже в тройку сильнейших. Первым к финишу пришел Вениамин Литков из кооператива «Ерф». Именно его животные оказались самыми быстрыми. Чемпион признается, победа едва не ускользнула. В какой-то момент олени передумали бежать к финишу. Я и то в сторону ушел сейчас. Выпрямил. Трасса это уже пробными разбили. Там дорога уже мягко стала. Семинхат Мерита – это не только гонки на оленях упряжках, но еще и соревнования по национальным видам спорта. Каждый имеет свои особые правила. Например, вот прыжки через нарты. Задача кочевника – набрать как можно больше очков, при этом не споткнуться. Получается, однако, далеко не у всех. А это метание тензия на хоре. Участники соревнуются в меткости. Их называют здесь ненецкими ковбоями. Линию не заступаем. Можно? Насколько сложно все-таки попасть в тензии? Ну, это надо же тренировку иметь. Это будет тренировка, например, и сейчас. Тренироваться надо просто, тренироваться, ловить, тренироваться. Праздник Семинхат Мерита с каждым годом становится только популярнее. Тому подтверждение количество туристов, которые специально приезжают на Нринмар, чтобы воочию увидеть оленей и коренных жителей тундры, говорят, своеобразная экзотика. Я первый раз их вижу, так, мне, не знаю, настроение очень хорошее. Сегодня погода подтвердила, хорошо все. Погладить хотели, да побоялась. Но не страшно трогать. Я их не гладила. Еще страшновато. Впечатления не аналогичны нашим, потому что их земляки и даже национальность. У нас долгонецкий, поэтому у нас две народности. Ну, это основных. Вот поэтому они схожи. Что касается гонок на оленях упряжках и соревнований по национальным видам спорта, то победителей в этот раз наградили денежными призами. Организаторы посчитали, будет правильно, если кочевники сами решат, что им нужно. Ведь снегоходы, которые чемпионы по вине неопытного ведущего была допущена небольшая ошибка. Не востребованы в тундре. Но зачем нужна техника, когда рядом есть олени? Я в прошлом году говорил, сегодня еще раз этому убедился и готов подтвердить, что, конечно, Семинхат Мерита – это главный праздник Ненецкого автономного округа. Вот все остальные идут после. Это праздник хозяев этой земли, это праздник, где истинные патриоты, те люди, которые понимают, чувствуют эту землю, действительно могут встретиться, могут посоревноваться, но и даже соревноваться – это на втором месте. Самое главное, что есть возможность у людей из разных частей нашего округа собраться здесь, встретиться вместе с семьями и провести это время совместно и интересно. Воочию убедился в том, что та государственная политика поддержки коренных малочисленных народов Севера, та государственная поддержка, которая оказывается арктическим территориям России, они, что называется, возымели свое действие. Впереди у кочевников долгий и нелегкий путь домой. По неровной тундре нужно пройти сотни километров. Впрочем, оленеводы вовсе не расстраиваются. Привыкли. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич и Олег Богомолов. Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.